День России – самый важный праздник для всех жителей страны. Об этой дате и других интересных фактах, связанных с историей нашего государства, о семейных ценностях и традициях и о великом русском поэте Александре Пушкине, чей юбилей мы отметили в начале июня, рассказали детям при школьных лагерях накануне праздника. Сегодня у нас несколько площадок. Это и спортивные у нас игры, и музыкальные мероприятия есть, где у нас подключены старшеклассники, которые активно принимают участие для того, чтобы передать опыт свои наработки, свой опыт. И также, конечно же, творческие работы, которые у нас представлены за разными столиками, где дети рисуют рисунки и творческие поделки делают на тему предстоящего праздника Дня России. Праздничный день в школьном лагере объединил детей, родителей и учителей. В год семьи девиз лагеря «Семья и Родина едины». Многие не хотят ходить в лагерь из-за того, что говорят, скучно, скучно все. Но это все не так, просто они хотят сидеть в телефонах. И это просто портит зрение, и много нового ты от этих телефонов ты не научишься. Лучше походить в лагерь, узнать много нового, много друзей новых. Новые друзья – это полезнее, чем в телефоне сидеть. Также на празднике ребята познакомились с русскими забавами, перетягиванием каната и игрой в городки. В завершении тематического дня в лагере исполнили гимн России и провели флешмоб. Светлана Карпухина, Геннадий Бухтаяров, Улправда ТВ.